Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Barrow Hill. Мы находимся все так же в комнате Морзе. Я, честно говоря, не совсем представляю, что нам теперь делать. Давайте его более тщательно осмотрим. И, в принципе, пока что у нас никаких зацепок-то особых и нет. Вот что самое печальное. Но я думаю, как обычно, мы маленько помозгуем и, в принципе, выясним, что нам тут дальше делать. В принципе, по сути, мы тут уже разобрались со всем, с чем только можно. И нам как-то нужно двигаться дальше. Нашли труп Морза. Ну, как труп. Нашли кучу пепла около джипа, из которого смогли... Так, это что такое вообще? Так, с этим мы разбирались. В общем, в этом куче пепла лежали его права, обгоревшие. Так что, судя по всему, это все, что от него осталось. Так, а это что такое? Он видит в нас хищников, болезнь, разъедающую его мир. Мы чума, язва на теле Земли, поглощающая ее дары и исторгающая отходы своей жизнедеятельности. 15 сентября. Почему я должен терпеть эти издевательства? Почему должен он страдать от жажды? Археология — это не инструмент разрушения. Идиоты, которые называют себя защитниками, разрушают то, что мы пытаемся постигнуть. Наука и знания важны для нашего будущего. Понятие «сохранить» — вот дар, который не могут оценить эти самовлюбленные вандалы. Стражи охраняют его покой, берегут его все эти столетия. Забытые всеми, они стоят в одиночестве, распадаясь, погружаясь во тьму преданий. Сотни лет прошло с тех пор, как к их ногам были возложены последние подношения. Я вознесу им почести. Что я говорю? Я человек науки. Понимать то, что нужно исследовать все возможности. Мифы и легенды зачастую основаны на истинных событиях. Исторические явления, пройдя через тьму веков, становятся сказками современности. Слушайте, его что-то прям серьезно так накрыло, да? Я посмотрю, как... А вот это пораньше запись. Почему мы разучились слушать? В наших душах живет послание веков. Он был одним из многих, что корчится от боли, которую мы причиняем им. Забирая то, что некогда принадлежало свету, чистоте и добру, мы отвергаем дар, который был нам предложен. Эта почва полна энергии. Мне ясен смысл линий. Печать трескается, и будущее открывается передо мной. Я вижу. Что я наговорил? Меня лихорадит. То, что я написал, не имеет смысла. Но это мой почерк и моя рука, сжимающая ручку. Иначе я бы не поверил, что мог это написать. Следующий день. Он ждет, наблюдая за нами из забытого святилища, ставшего его тюрьмой. Его храм заброшен. Скоро он вышлет своих ищеек, и охота начнется вновь. Следующий день. Прибыли результаты геофизических исследований. Эта наука – самый яркий свидетель археологического прогресса. Подумать только, теперь мы можем заглянуть под поверхность Земли с помощью радио и магнитных импульсов, не подняв и пяди грунта. Картинка требует обработки, но я не сомневаюсь, что она откроет нам, что скрыто среди мусора. Мы узнаем, что лежит там, под курганом. Смотрите, я в первый раз я это пропустил. Прошло, по-моему, 4 дня с момента первой записи, поэтому я довольно сильно забыл, как играть в эту игру. Поэтому сейчас будем вспоминать вместе с вами, что у нас еще может быть в этой квартире. Мы, по-моему, изучили вообще все, но я бы уже не был так уверен, потому что... Так, это мы открывали, потому что, как видите, только что у нас... Почему картина криво висит? Только что у нас нашлось что-то, что мы еще не видели. Что еще тут может быть? Ну, мусор в этом, да? Фаллические лунные камни. Да и, в принципе, все в этой квартире. Я бы хотел позвонить на местную радиостанцию, но мне почему-то не дают этого сделать. Почему? Ведь я уверен, что там нам ответят на ряд вопросов, что же здесь вообще происходит. Бабайка. Еще бабайка. Я прям даже не знаю. Телефон берет... Берет, но мы отсюда звонили, это нам ничего не дало. Сеть занята. Похоже, нам нужно выходить отсюда. Здесь по-прежнему очень тихо и спокойно. Давайте все же попробуем позвонить. Смотри-ка, номер еще помню. Ну, конечно. Конечно. Ну, в то, тогда мы... Пойдем внутрь. Я даже не знаю, у нас здесь есть вот эти рюмки для яиц. Куча вообще бесполезных, казалось бы, предметов. Но я уверен, что они каким-то макаром нам помогут. Зачем мы рассматриваем этот огнетушитель?
нам тоже совершенно ничего не дает. Хорошо, сейчас выясним. Так. Тут мы все смотрели. Или не все? Алтарный камень. Ну хорошо, допустим. Как-то странно она собрана, я думал, может, надо будет ее собирать. Но нет, все само собой собрано. Это удивительно. Может, мне наоборот ее растащить нужно? Нет, пусть будет. Кто же это собрал, интересно? Так, ну, моркошка, картошка. Чего полезного для нас тут тоже нет. Они побежали. Все случилось так быстро. Так быстро. Я уже давно сижу здесь. Забытый. Я не виноват. Оставь меня! Его ищейки охотятся за нами. Ну, хорошо. Сторож, хорошо, он где-то там. Так, здесь я столики не очень внимательно осматривал. Это, в принципе, смотреть-то особо не на что. Но, тем не менее, давайте-ка мы маленько пошуруем тут, да? Скетчуп. Ничего больше. Так, что еще? Такое ощущение, что здесь какая-то борьба была, что ли. Почему тут все раскидано? Так, подожди. Солонка. Смысл их поднимать вообще? А что-то сюда можно применить, смотри. Тихо. Древние боги пробуждаются. Равновесие должно быть восстановлено. Что я наделал? Я насыпал солонки в рюмку. Что мне это дало? Она, интересно, пустая или полная? А что, если мне сейчас к машине сходить и там этот гель для волос попробовать сюда же налить? Потому что, когда я наливаю что-то в эти рюмки, происходят страшные вещи. Так, а вот тут я тоже не был. Белый маг хочет вывести лохнесское чудовище на чистую воду. Брайан Хиллинг, верховный жрец Британского союза белых магов, то есть шарлатан и дебил, должен вызвать таинственное чудовище во время ритуала, который будет проведен на берегах озера Лохнесс в пятницу. Бывший борец попал в газеты в июле 2005 года, появившись у озера вместе со шведскими учеными. Тогда он якобы наложил блокирующее охранное заклятие, помешавшее ученым поймать Несси. Призвав силы природы, он бросил в озеро талисман, охраняющий воду и все создания вне злых духов. С той поры чудовище почти не видели. Сейчас 64-летний жрец озабочен тем, что заклятие оказалось слишком сильным. Его надо немного подправить, чтобы Несси могла появляться и приводить людей в трепет. Разумеется, никто никогда не сможет причинить ей зла, уверен маг. Хотя сама она давно умерла. В воде живет ее неугомонный дух. Ну надо же. Тут легенда о короле Артуре. Тезка. А вот что-то по нашей теме. Король Артур – загадка в современной истории. Его похождения известны лишь поколениям, известны многим поколениям, но это всего лишь легенда. Однако многие древние монументы Корнуолла так или иначе связаны с легендами об Артуре и его рыцарях Круглого Стола. История о короле Артуре имеет много толкований. По одной из версий, король был корнуольцем, и Корнуолл был его королевством. С ним часто связывают замок Тинтагл. Но истина нам неизвестна и вы затеряны в веках. Можно с уверенностью сказать, что король Артур стал собирательным образом героев древних народов, воплотившим в себе легенды о благородных королях прошлых великих. Так, понятно, вода одна сплошная. Проживали мы многочисленные племена. Так, Корнуолл стал домом. Понятно, это нам ничего не дает. Модные модели Марианны. Самые элегантные модели для современных женщин. Осенняя распродажа. Круто. Куряка. О, так. Кексики.
Бен, спасибо тебе за цветы. Они просто прекрасны. Думаю, ты помнишь, сколько времени я проводила над учебниками, готовясь к экзамену. Теперь, когда все позади, мне не терпится узнать оценку. Пожелай мне удачи. Я просто хотела узнать, не сможешь ли ты сходить со мной куда-нибудь отпраздновать сдачу экзамена, когда оценки будут известны. Я уверена, Джордж даст тебе выходной, если ты его попросишь. М. Бен нам ничего не расскажет по этому поводу, интересно. Ну, Бен вообще, конечно, не в Минько сейчас. Поэтому я бы не рассчитывал. Так, меню. Что еще у нас тут может быть? Я, честно говоря, что-то запутался. Первый раз за игру, я не знаю, что делать. Так, подожди. Дар соль. Дар рыба. Хорошо. Отлично. Я бы даже сказал. Значит, у нас все-таки есть дар какой-то. Ом-ном-ном. Зачем ты это делаешь? Для чего? Ну, по крайней мере, вот этого не дурак откусить, оно такое самовосполняющееся. Понятно. Кофеварка. И что дальше? Пусть варится. Настрою вам тут пожар. На кухне у нас все так же играет приятная музяка, тут все хорошо. Ну это да, это понятно. Сюда ничего принять нельзя. Ага. Так, что сюда можно применить? Так. У нас есть грибы. И у нас есть... А в чем по одной складывается-то? Хорошо. А, это сбрасывает. Кстати говоря, мне говорили, что здесь где-то я забыл взять ягоды. То есть по дороге к машине. Возможно, это третий ингредиент, и мы его сможем сюда запилить чуть попозже. А тут все по-прежнему, да? Бардак еще тот. Все, пусть потише будет. Так, ну что, интересно. Что же мы делаем? Еще раз попробуем поговорить на всякий с Беном. Всем сотрудникам, обратите внимание на то, что в центре, что в чем-то там часто встречаются поддельные банкноты в 10 фунтов. Эти деньги не принимаются к оплате. Признаки поддельной банкноты. Расплывшиеся буквы, слишком толстая или слишком тонкая бумага, нечеткие цвета. Отсутствие водяных знаков, отсутствие прямых углов. Такси от баба, а вот телефон какой-то. Куда угодно, когда угодно. Выпечка. Так, у нас какие-то телефоны есть, кстати говоря. Так. Ну, код не будем вводить. 265636. Нет. 444-222. Ой. Отнюдь. Бен, звонила Мэгги. Так вот что за М. Сказала, что заболела. Кэрол все еще в отпуске. Я буду здесь весь день. Собираюсь поработать в офисе. Пока тут никого нет. Если хочешь, я наберу воды вместо тебя, если ты подменишь меня на кухне.
Если у тебя мало времени, можешь не мыть посуду. Мистер Морс просил передать тебе, чтобы ты не включал так громко радио. Я знаю, вечером довольно скучно дежурить, но все-таки постарайся вести себя потише, а то этот бедняга не может заснуть. Пожалуйста, не забудь про вечернюю уборку и про пылесось ковер. Г. Школа диска. Так, расписание. Тут заменили на кухне. На Бена, понятно. Это нам вообще ничего не дает. Мне нужно, что ли, код узнать от первого номера. Сейчас разберемся. Давайте к Бену сходим еще раз. Но я думаю, там кроме истерики мы ничего не дождемся. Оно сожгло их. И они исчезли. Превратились в пепел. Я все еще слышу их крики. Вижу их лица. Их силуэты, бегущие к кафе. Конрад уехал на своем джипе. Это так на него не похоже. Наверное, он видел его, сторожа, охотника, верного своему господину, готовому покарать нас за то, что мы вторглись на его территорию. Оно пропустило меня сюда. Теперь оно меня не найдет. Тебе тоже надо спрятаться, не приходи сюда. Я больше никому не открою. Вот возьми. С помощью этого ты попадешь в пустую комнату. Ага. В первом номере никого нет. Во всяком случае, я никого не видел. Но ты... 961. Все! Убирайся! Спрячься, пока оно не пришло сюда! Да успокойся, братюня. Ну. Оно так. Придет за мной из темноты. Быстрее, пока не забыли. 9, 6, 1. Так, все, последний номер у нас, да? Пустая вешалка, тут, похоже, никто не живет. Пустая раковина. Никто тут не живет. Возможно, тут, да, тут, похоже, ремонт идет. Понятно. А что-то получается, да? Так, зачем мы сюда смотрим вообще? Тут ничего нет. В окне пусто. Пусть так и будет. Лопата. Лопата бы нам, я думаю, пригодилась, но пока что не дают взять. Не дают, так не дают. Тут вообще нечего делать, похоже. Давайте посмотрим на столе. Это что за черепки? Это, похоже, с раскопок. Да, тут у нас тоже ничего особо нет. Странно как-то. То есть... Вообще... Ничего. Еще черепки. Да, здесь были раскопки. Здесь, похоже, ассистент обитался. Если я все правильно понял. Красивая картина. Зимний сад. А это что такое? Так, подожди. А, все, больше я тут не могу ничего сделать. Да, похоже на то. Устройство GPS. Что-то есть ощущение, что не очень-то оно работает. Но пусть будет. Что это нам вообще по сути дает? Так, нам точно больше тут нечего делать? Сейчас опять просмотрим и будем шарахаться полчаса. По-моему, больше не было ничего. Конечно, в столе можно было полазить, но не дают, к сожалению. Так, да. Похоже, что все. Как-то могу сказать, что GPS, он не сильно рабочий, да, какой-то. То есть, ни долгота, ни широта особо не... отображаются корректно.
Так, номер Морзе. Код у него 673, по-моему. Да. 673. Хорошо. Что я тут забыл-то? Просто, насколько я помню, здесь... Вот подожди, вот что это было? GPS. Ага. Понятно. Это показывает. Хорошо. Часовни, каменные кресты, каменные надгробия. Ритуальное сооружение. Зарядное устройство. Все устройства используют мгновенную подзарядку. Данные совместимо. Так, слушай, у нас же во втором номере была подзарядка. Но я не вижу пока, что она разряжена. Вроде как зарядка полная. Даже не знаю. Снова антенны, выдвигающиеся из легкого переносного устройства. Процесс картографирования стал необычно простым. N7500, адаптер, прикрепленный к основанию переносного устройства, может работать 7 часов без перезарядки. В основное устройство входит переносной GPS-прибор, заряжающийся от базы. Переносное устройство, легкий так, отдельно. Будучи отсоединенным от станции, прибор продолжает так. Выключись пока. Продолжает передавать информацию. Совместим с PDA. Вот с этим, видимо, да? Bluetooth работает. Все в порядке. Полностью настраиванный карманный компьютер. Так, соединение, зарядное устройство. Хорошо, зарядное устройство у нас во втором номере вообще. Но нужно ли оно нам? Но какая-то зацепка. Пойдемте сходим за... Так, еще раз попробую. Ну, как обычно. Сходим за... Во-первых... Да не за этим. Таблин. Что-то я спешу. За ягодами, которые где-то здесь. Вот и они, кстати говоря. Взял. И где они? Так, ну они, наверное, в корзине. Хорошо, что нам это все дает? Нет, он, судя по всему, либо разряжен, либо не работает, потому что это некорректно отображается, ну, вы поняли. Я, кстати говоря, не помню особо, какой у нас был код от этой двери, от второй, и где он был вообще. На мой взгляд, не очень хорошо. Давайте попробуем пройтись маленько, посмотрим, возможно, оно заработает, но... Вообще-то... Вообще-то нам, похоже, не этим сейчас нужно заниматься. Ну что ж, какое-то продвижение есть, да? Ну да, он не работает, с ним нужно что-то делать. Какой-то он поломанный весь. Давайте сходим на кухню, попробуем. Да, блин. Попробуем смешать три ингредиента. Да, в принципе, на сегодня, наверное, закончим. А там дальше я пытаюсь вспомнить, какой же был код. Код, что самое главное, генерирует случайным образом, поэтому его даже в интернете не вспомнишь, поэтому придется напрягать память. Так. Корзина. Теперь у нас есть ягодки, поганка и желудь. Все вместе почему-то не смогу, я не могу туда положить, поэтому может какая-то последовательность есть. Может как-то забрать это все. Так, хорошо. Нет, похоже, нужно что-то еще. Вот сюда что-то не хватает. Если чисто по месту судить. Да, они не комбинируются никак. Отнюдь. А,
Выйди ты уже, ну. Хорошо, будем думать, будем думать. Так, давайте выйдем на исходную, как у нас принято. Да и, в принципе, на сегодня закончим. А сейчас я попытаюсь вспомнить пароль, и в следующей серии полезем во второй номер, попытаемся подзарядить наше GPS-устройство, и уже там будем дальше танцевать от этого, возможно, оно нам как-то поможет. А потихоньку, помаленьку сюжет раскручивается, несмотря на то, что мне кажется, что я постоянно в тупике. А, но, тем не менее... Что за гриб-то у нас, кстати говоря? Вот этот чернильный гриб, похоже. Хотя нет. Может, зонтик гребенчатый. Ладно, неважно. Короче говоря, надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. Будем разбираться, что же нам дальше делать. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.